Снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Fallout 4. В прошлой серии мы занимались также Милой и наткнулись на неплохой квест, ну, если его так можно назвать, вот в этой канализации. Канализация Fan Street называется. Очень нам рекомендую. Так, а там у нас Diamond City недалеко. Да, кстати, недалеко от Diamond City она находится. И сегодня я хочу сходить еще в одну неизведанную нами локацию, где-то вот в том направлении находится. Если видите по радару, небольшой какой-то лагерь. Здравствуйте. Блин, подожди, он спрятался. Супермутанта там припалил откуда-то. Здорово, я вообще-то тебя хотел шмальнуть. Вон они, смотри где. Супермутанты. А, это пушка. Ну, голову повредили ему неплохо. А ну-ка, заткнись, животное. Да ладно, ты не попал в турель. Да кончай ты маст, у нас не так уж много патронов на снайперскую винтовку. А там еще один, смотри. Вообще-то у меня должно срабатывать умение, помните, которое мы получили от Макриди. Так, минус. Минус. Something's ghosting us. Ну, в громилу, по-моему, мы сольем все патроны, поэтому... Да и так, слили все патроны просто так. Ну, просто мне до уровня там осталось всего ничего. Я думал, что сейчас положим этих супермутантов. И, собственно, подъедет уровень. Поэтому патроны не жалел. Но уровень не подъехал. Это что за покемон еще? Слушай, я же здесь был. Тоннель Маспайк Запад. А, я, видимо, на другом конце тоннеля Маспайк был.
Так, ну ничего стоящего здесь вроде как и нету. Просто переход с одного, с одной части туннеля на другой, да? Даже врагов нету. Ты кто? Видимо, он был здесь не один. Это типа часовой. Хозмаг. Ну, вероятно, мы здесь были. Не хочу тратить время на вот эти все хозмаги и всякую дичь. Так. Нам надо доложиться, в общем-то, об установке очередной милы нашим друзьям из подземки. Это у нас далековато, да, насколько я могу понимать. Земка у нас аж вот здесь, поэтому быстрым перемещением туда. Word is Diamond City is under opposition control. One more hour until my shift ends. Так, ну давай, рассказывай. You've been hitting the Kims way too hard, but I got my eyes open. I see. Да я не про то хотел услышать. Ты, он меня игнорит, вот мудак. You must not be afraid of heights with all the work on the Mila project. Got a lead on another vantage spot. If you got the time. Давай. If you need something for the road, the shop's open. Let's see what you got. You got it. Так, 59 уровень, флюгер, рыбный завод, четырехлистник. Окей. Так, мне нужны патроны, слушай. 50 миллиметров. Боеприпасы, да, вот, давай. Так, больше ни у кого для меня зданий нету. Up top, you gotta be careful. Never know when you're being watched. I'm very busy. Как-то здесь можно было сдриснуть по-другому, ну ладно, пойдем на выход. Не, подожди. Можно же быстрым перемещением прямо отсюда, по-моему. Дриснуть куда? Четырехлистник. Указать на карте, пожалуйста. Ой, светло. Хорошо прям так. Так, что это за здание? Мазбей Медикал Центр. Так, ну давайте смотреть. Вот это, да, мы качали фонтан жизни. Мгновенное увеличение максимального здоровья еще на 20 снизу, постепенно восстановление утраченного здоровья. Третий уровень. Берем. Отлично. Теперь здоровье будет восстанавливаться само собой постепенно. Так. Вон, смотри. Он не хочет умирать, сука.
Это кто за покемон? Кейт, убей их всех. Он что-то замышляет, по-моему, Кейт. Как можно быть таким косым? Вот козел, да, прикрылся этой херней. Ну-ка, сейчас я ему туда закину. Попал, нет, не знаю. Контрольный. Нахрен вы мне его показываете, если я в него не попал. Дабл фейл какой-то вообще. Второй был где-то там. Я походу... Смотри, перебрасываю, я не когда-то... Да, вниз. Ну, вроде кого-то грохнули. Так там чё, этот, здоровье как бы восполняется, нет? Чё мы закинули целое очко? Опыта. На эту херню. Чё, блядь? Чё за звуки такие? Yes. Блин, что я лишнее схватил? Да, жадность. Чё поделаешь? Мы можем бегать, но у нас тратятся очки ОД. Кейт передать вещи как не вариант, потому что у нее и так дохрена, по-моему, всякого говна там лежит. Надо посмотреть. Стопудово, что-то я набрал какого-то говна лишнего, которое можно выкинуть с радостью. С улыбкой на лице. Улыбаясь, как мразь, можно ее просто скинуть. Так, сейчас посмотрим. Оружие, допустим. Короткий застольный дробовик. Нахер он нужен? Ну это вот легендарное, не хочу выкидывать. Супер молот, действительно, вес 20. Туда его в качель. Так, критический газомет, это мое любимое оружие. Ну и в принципе уже хватает. Уже как бы все норм. Ладно, мы здесь не за этим. Мы здесь вообще-то вон за тем. Здравствуйте! Ой, да ты легендарный.
Ранящая пусковая установка получает цель, получает 25 дополнительного урона от кровотечения. Блин, она хороша, вес 21. Она, сука, хороша и легендарна. А еще мы можем захавать мяса родоленя, чтобы тащить побольше всякого говна. Вот, но нужно ли оно нам или нет, не знаю. Так, я здесь был, я помню, да. Вот тут, по-моему, этот... спрятанная... спрятанная дверь. И там мы нашли себе защитный комплект в одной из первых серий. Во-во-во, кто-кто, где, где, чё-чё-чё? Кейт! Воу! Еще один легендарный удар. Где ты их находишь, Кейт? Защитная броня синтов для туловища. Уменьшение урона в неподвижности. Ну, это нам вряд ли понадобится. В неподвижности, да? Ладно, заходим. А, ловушку нельзя обезвредить. Но она как-то не стремится. Ну-ка ты пройди. Ну пройди сюда, Кейт. Так, у меня опять много вещей. Так, если я тебе отдам... Это слишком тяжелое. Да и ладно, хрен с ним. Прорвемся. Disgusting. Smells like the bathroom after Salisbury steak night. Все равно мы здесь будем на карачках ползать. Are you kidding me? It stinks in here. О, смотри. Притворился дурачок. Кейт, ты... А смотри, он хотел выйти, реально, да? Я их слышу, ты видишь их, Кейт? О, вон, смотри. Точно. Кейт напрягает только запах. Так ты подумай башкой. Смотри, сколько здесь гулей. Бля, Кейт, если ты сейчас не заткнешься, я тебя грохну сам. Так, Touch. Нет, Traps. Нет, Homes. Нет, House. Ни хрена. А мне только сейчас пришло в голову, что это же рыбный завод, да, четырехлистник? Что рыба вся протухла.
Это она так воняет. Мы-то через монитор не чувствуем, а вот Кейт просто в ажуе. Да блин, попытки мне вернуть, нет? Что-то не особо стремятся. О, вернули. Так, Стейс. Ерс. Да. А, подожди, протектрон? Подожди. Точно протектрон? А дверь? А, и дверь, может, точно. What the hell? Неплохо, потрошки. Так, ну легендарные вещи я все равно не скину. Может быть, мы компенсируем там за счет чего-нибудь, слушай. Нет, помощь я тоже оставлю. Хлам уж какой-то собрали. Зубная щетка вот выкинем. Шестеренки оставим. Модификации боеприпас. Ну, реально выкидывать нечего. Вот 2 килограмма там какого-то говна у меня есть, но это говно очень нужное. Очень, очень качественное говно. Вот. Поэтому его мы выкидывать не будем. Это говно нужно самому, как говорится. О. Got it. А много ли корова дает вам говна? Да мы ведь говна не видали пока. А, нет, неправильно. Да столько говна, что устанет рука. О, я знаю, о чем мы можем сделать, смотри. Так, так, так. Помощь. Рады их скушать. Ребра Яугая с противлением урона скушать. Все излишки, короче, скушиваем. Но этого не хватает ни хрена. О, шашлык из белки, допустим. Ядер колу можем выпить. О, даже 3 штуки. Ядер колы целый килограмм весит, прикинь. 0,5 ядер кола. Целый, сука, килограмм. Квантовую еще забабахаем. Ну и прекрасно. Все равно я все излишки скидываю в санчуаре, в чемодан. Ну, в смысле, в сундук. Так, а нам куда-то вот сюда даже. Нахрена... Подожди, а нам не надо было внутрь заходить, получается, да? Слушай, тут можно как-то пробраться через... Через наружные стены. Да не, по-моему, нельзя. А, я понял. Я понял всю хитрость этой системы. Нам нужно пробраться вот сюда, в этот секретный проход. И потом из него выбраться на крышу. Чё за дикие звуки? А, это наш робот херачит кого-то. Ну, нас все устраивает, слушай. Так, надо как-то на эту трубу попасть. Вон оттуда.
О, сейф, оказывается, есть. Не зря было написано сложный. Неплохо я его повесил так на перилах. Ой, придурок, ты тоже был живой, что ли? Ну, в смысле, ну вы поняли. Так, и получается, мы как-то должны вот на эту трубу, да, запрыгнуть? Вообще легко, Вася. Блять. Кейт ржет, наверное. Да блин, ну только что получилось, ну что такое? Можно вот так безопасно, в общем-то, перебраться на ту сторону. Поднос? Чё за шляпа? И все же, и все же, и все же. Нам как-то надо вот туда, что ли, как-то. Как-то нам надо, короче. Вот здесь реальные уже начинаются затупы с этими лабиринтами. Здесь тупик. Ментаты тут, оказывается, есть. Так, 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 давай подумаем. Она прям вот, прям над нами вот это вот, получается, прям над входом. Секретный вот этот проход. Получается, мы если заберемся вон туда. Это рыбка протухшая. Вот он где-то еще выше. Так, мы скажем, идем сюда. Я опять попадаю, хрен знает куда. Черт. То есть вы хотите мне сказать, что изнутри у нас этого не получится, что ли? А вот еще можно, смотри, отсюда наверх пробраться. А, или там тупик, да-да-да. Здесь просто какой-то склад, типа. Есть еще путь в подвал. Вот здесь. Но подвал это как бы путь вниз. Хера у тебя тут оборона, слушай. Ага, дверка есть. Отлично. Не, хотя Fallout такая игра, да, что можно и наверх попасть снизу. Вали от меня, говно.
робот все еще жив. Ну да, он сюда спустился на этот уровень и перестрелял всех гулей, но не всех. Тех, которых встретил, получается. Что-то такое чувство, как будто я всю серию потрачу на это, на установку Милы в этом рыбном заводе сраном. Потому что тупо непонятно, как пробраться на крышу этого рыбного завода. Так, понятно. Там вроде еще один был проход. Внизу. Мы пошли сюда, а или сюда. Да, здесь нас не было. Ну, здесь тоже тупик. Ну, черт возьми, тогда выходим на улицу и тупо вокруг здания бегаем, ищем проход наверх. Ну, собственно, маркер нам туда и указывает, да? Бесит, просто бесит, уже луна вон выглянула, а мы все тут шаримся, как дебилы. Да, блядь, я не могу зайти по лестнице уже. Блядь, здесь всю жизнь была здесь лестница. Давай, что? Ёпта масло, я бы сказал бы. Просто подняться по лестнице, установить Милу и домой. Спать в теплую постельку. Нет, надо в этом заводе шариться. Кейт нюхала все эти зловония, выносила мне мозг. Это иди сюда, блядь. Ты сдохни, ну! Чё-то злые эти были все рыбзаводские. Сумасшедший. Так, антирадинчику бы хапнуть. Парочку. Плюс... Еще что-то надо сожрать. Водичка есть? Она очищенная вода, да? Очищенная вода есть. Ну и хватит. Блин, он так круто все хавает, что мне аж самому жрать захотелось. Сейчас буду сожрать стейк из гончей мутанта. Так, мило. Я почему-то думал, что Милу надо установить где-то вот здесь, на трубе. Здесь зато сейф есть. Ну и собственно, А, да, вот здесь еще, кстати, сказать. Я говорил. Есть. Кто не знает, ну, на самом... Я наткнулся на это на самом начальном этапе на прохождение Fallout. Здесь есть спрятанная дверь. Ее вообще не видно. Мы сейчас ее откроем. Константли. Ни хрена. Компаньонс.
Нифига. Агрессив. Может быть, но нет. Ксенофобс. Нет. Ну, либо вот это, либо вот это, да? То есть мне надо либо попытки, либо одно из них неправильное, чтоб убралось. Лучше бы, конечно, попытки. Нет. Попытки. Схематикс. Got it. Да. Дверь нам запили, пожалуйста. А вот и дверь. И здесь у нас, собственно, химическая лаборатория Моровских, где, ой, извиняюсь, где я полезным для себя нашел скоммуниздить, в общем-то, защитный комплект, по сей день, с которым я хожу. Правда, пришлось народ перестрелять. Не знаю, были ли они, ну, как бы, хорошие, да, либо... негативные персонажи, но как бы там ни было, здесь все облутано, как видите. Я все облутал просто под ноль. Вот, и куда мы выйдем, если мы попадем в этот... А, о, подожди, можно пожрать сварить. Или нельзя? Почему я не могу сварить, пожрать? Странно. Куда мы попадем, если выйдем через рыбный завод? Так, попадаем мы... А, ну видите, да, сюда, с рыбного завода, нам не добраться до этой двери. А вот отсюда уже, в принципе, можно. Поняли, да, где мы оказались? Пойдем отсюда скорее, а то сейчас Кейт вымрет просто. Так, и время есть, давайте смотаемся тогда назад в подземку. Сдадим квест этому сумасшедшему придурку. Эй. Вставай давай. Кейт, по-моему, больше всего идет шляпа, да? I'll keep paying you. You got the time? I got another site we could place another one of my babies. Так, отлично. Рыбный завод пройдено. Anything new from Mila? Pam's like a glowing one in a crater, soaking up all the data from Mila's cameras. The atmospheric sensors haven't picked up. Сломанный монорельс. Следующая локация. I gotta go. Write you up. Так, ну что ж, сломанный монорельс, так значит сломанный монорельс. Я думаю, давайте на этом очередную серию закончим. Я единственное, знаете, вот это по этой миле иду в надежде, что нам дадут задание по этой миле для здания Маспайк. Помните, такое высокое здание, и как-то надо туда забраться в кабинет директор, что ли? Вот. Или я в чем-то ошибаюсь? Ну как бы там ни было, надеюсь, прохождением по душе. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, жмякайте колокольчик. Увидимся в новой серии. Всем счастливо, всем пока.